Корневая, да, уже полный газ. Последний раз полью перед высадкой, если я там опрыскаю. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я считал, как после 7-го листа. Угу. А? Такой, как дерево, да, красавец? Да, у него как-то они такие получаются, такие толстые. Уже даже видишь пасынки. Угу. Высота нормальная, да? Получается самый высокий. Вот он вот так. Сколько получается? 21. Ну, то есть под подушки роста, то там 20. Сантиметров. Да. Качнуть их селитры, и мне нравилось, ну, Андрюха все время, да, либо селитра там, говорит, грамм полтора на куст, и этот кальцинит там по голове. Не, я этим, я просто кальцием. Кальцием? Не, ну Андрюха обычно советует кальцинитом, этот... Ну там азот, чтобы оно как-то дать ему. Ну все литры. Так как? Так грядами посадить или в одну? Ну, сам было правильно, чтобы они были вот, ну. Вот, в два ряда, да, и там те, кто раз там, да, только до сюда. Но есть один минус. Те большие, ну, которые будут пить больше, а эти будут пить меньше. А ты чего? Больше листья будут пить больше. Не, ну хорошо, пусть они пьют, а они же там-то растут. Каплешь, вода подается по капле одинаково, что туда, те будут больше пить, эти будут меньше пить. Это имеешь в виду, что я их буду заливать буду. Да, да. У тебя полив идет оттуда, да? Оттуда. А, у тебя немножко уклон, да, есть? Да. Ну так видишь, три капли, чтобы посередине, по обе стороны корень тут рос. А кормишь их? Вот сейчас буду. Вот сейчас намешал. А чем? Здесь а чем кормишь? А вот сейчас даю вот тот первый. Green Plum Forest. Чаще два. Кормление томата. Ну вот, смотри, сколько у нас получается висишка. Так, только не упади. Сколько там? Два. Ах, ты видишь, что два. Два. Ну, он видишь, 105 на 10 умножаю. 1050. Это что такое, ppm? Да. Это 500 ppm, это 1 EC. Ага. 50 ppm, 0,1 EC. Это, короче, двойка где-то, да? А у тебя вода чисто сколько приходит? 1. Ну, 2 грамма, да. Кормишь этой штукой? Green Plant Flow 6,60,20. Короче, побольше фосфора, минимально азота. Ну да, я сейчас азот. Так уже высажу, уже потом пойдет. Ну тоже сначала им же фосфорным этим всем добью. Потом двадцаточки, а потом уже калийные. Ну, и ты будешь тукать? Нитрат кальция. А? Тукать не, будешь или шмели? Уже заказал, уже скоро прилетят. Да ну тукать, ты что, ходить. Ну у тебя здесь так тепло. Ну это я ж не топлю.
сейчас. Просто. Просто да. Воздух. Температура в торфе 21 градус. Запорожская область, лежит снег. Юг, Каховка, Херсон, до Белитополя, но снега нету реально. Здесь вот после Васильевки снег добавился, снег лежит. Температура была там плюс 6, уже 3,5. На Запорожье где-то еще минут 10. Теплица, в которой только что высадили перец.